друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quest. Сегодня мы поговорим про волнующую процедуру, как бракосочетаться в США. Вообще информация свалилась на меня совершенно неожиданно, как прям снег на голову. Оказалось, что предельно примитивно и просто, достаточно для этого всего лишь приехать в центр города в определенный офис, вот он называется Marriage License, такое специальное местечко, вот. А там нужно заполнить форму на английском языке, причем форма очень простая, прям вообще примитивная. Указать имя, фамилию так, как у вас написано в американской визе. Иметь двух свидетелей и подать заявление, которое сразу же практически рассматривается, на получение marriage certificate, свидетельство о браке. Вот. Заплатить за эту процедуру всего лишь $35. После чего можно сделать следующее. Вам нужно два свидетеля. Вот. А вы можете пойти в ближайшую церковь к пастору, приисту, кому угодно. А можете пойти к судье, который располагается прямо в этом же самом здании. И заполняется вторая часть еще одного бланка. И все, get married. Практически в течение там 5 минут факт бракосочетания фиксируется в компьютере. Вот сейчас барышня берет и фиксирует все это дело. И, собственно говоря, лимптитим, и вы уже замужем. Все предельно просто. То есть я так думаю, может мне еще эту самую конторку-то открыть для брачевания. Вот, предельно просто. Образцы форм взял. Все прям для меня стало все четко и ясно. Единственное, что нужно будет делать перевод некоторых документов, вот, как-то свидетельство о рождении и все прочее на английский язык, если у вас как бы не русского образца, так ничего сложного нету. Так что ждем клиентов. Хорошего всем дня и это как хороших выходных. Все думают, что для регистрации браков нужно лететь в какой-то там Лас-Вегас, в какую-то церковь, что-то там мутить непонятное. Ничего этого делать не нужно. Всего лишь можно приехать в Омаху и все вопросы порешать в течение 5 минут. Просто фантастика. По сравнению с работой российских ЗАГСов, я просто поражен. По-моему, машину сложнее здесь поставить на учет, чем брак сочетаться. Вот.